Да, я вижу, насколько вы эмоционально переживаете за команду. Можете поделиться? Ну, был эпизод там с Гео, да. Естественно, это неприятный момент, потому что у меня свой план на игру. К сожалению, при таких обстоятельствах план игру меняется. Насколько вообще переживательно, в принципе, сейчас Басу играть против Амкала? Это хороший соперник. Логическая борьба тренерского штаба. Интересно играть против своих ребят, там, и Дуба, и всех остальных. Вот последний вопрос. Вам что больше нравится, играть или быть тренером? Тренировать. Спасибо большое.